Здравствуйте, мои дорогие! А сегодня я хочу вам показать свою новую коллекцию. Колье, бусы, которые я сделала за последнее время. Ссылка на магазин под видео. И для моих подписчиков доставка бесплатная. Вы знаете, от общения с украшениями испытываешь особенное, ни с чем не сравнимое удовлетворение. Такое всегда бывает, когда заканчиваешь делать украшения, смотришь на него, и внутри так тепло и радостно родилось. Я рада видеть тебя. Здравствуй. Это ожерелье из коралла, из натурального. Этот камень мне хочется держать в руке. Он становится каким-то живым. Мне иногда кажется, что у камней есть сердце. Берешь его в руку и слышишь, как оно бьется. Наверное, так и есть. В этом камне столько огня и страсти. Прям хочется скинуть туфли и на горячем песке станцевать босанову под восторженные взгляды. Это настоящий янтарь, натуральный, балтийский. Вот это украшение прям для настоящей княгини. Сразу выпрямляется спина, и голова скидывается горделиво. Не хватает только холопов для полного счастья. Крикнуть: «Пелагея, чай подавай, платье готовь и карету, на бал поеду». Вот эти украшения, ну, совсем, как говорят, из другой оперы. Это украшения в непальском стиле. Очень модный в этом году аксессуар. Длиной они вот 80 сантиметров, как положено. На одинаковом расстоянии вставочки цветные. Украшения эти унисекс. Они подходят как мужчинам, так и женщинам. Мне они очень нравятся. У меня есть свое такое украшение. Я в нем хожу часто. Вот. Причем Это винтаж, уже можно сказать. Потому что эти бусы были подарены, ну, во-первых, привезены в 50-х годах из Индии. Это настоящая слоновья кость. И вот эти вот цветочки вырезаны. И вот эти вот с дырочками бусинки. Я очень берегла эти бусы. Но сейчас уже другое время. Я сделала вот такое со слоном. Ну, это больше мужское, с клыком волка. Это ракушка вот такая. Вот такие вот модные украшения. Вот это камень-кварц. С таким эффектом кракле, как с трещинками. Не знаю прям кому как, а для меня в нем какая-то вековая мудрость. Древние знания, скрытые какие-то, полные секретов и загадок. Возьмешь его в руку, как будто прям наполняешься этой мудростью. Как будто вот предки мои со мной говорят. Очень уважаю. Но так как я люблю стиль Воха и одеваться стараюсь в стиле Воха, и украшения в основном делаю в стиле Воха, такие этнические. Так что вот такое вот украшение получилось. Вот эти два колье из агата. Так
бордово-малиновый, что ли, какой-то. И вот такой сочный зеленый. Они как будто вот из сказки про фей, волшебниц. Что-то такое у них эльфийское есть. У них медная фурнитура. Очень прям мне нравится. Ой, как я обожаю эти бусины. Это стекло с гальваническим покрытием. Да чего ж они красивые, переливаются, как прям перья жар-птицы. Они выглядят как фарфоровые. Ну, само колье тоже в стиле Боха, в моем любимом стиле. Ну и что-то даже национальное какое-то есть с традициями. Ну, а это украшение, это прям осень. Солнце сквозь оранжевую листву. Переливы красок, голубое небо в хорошую погоду. Это какая-то внутренняя тишина, хочется побыть наедине с собой. Особенное время, очень важное, когда все становится на свои места, обретает смысл. Иногда мне вот очень нужна осень, и неважно, когда, летом или зимой. Здесь вот сердолик. Тоже сердолик, только другой немножко. Прессованный янтарь и крошка янтаря, и бирюзы. Ну и последнее на сегодня. Это тоже крошка янтаря балтийского. Янтарь по гороскопу мой камень. Я его очень люблю, но ношу редко. Это тоже винтаж, с советских времен еще. У меня ее было много. Очень такое лаконичное украшение. Ну что ж, мои дорогие, я вам показала последние свои работы. Буду ждать от вас комментариев. Для меня это очень важно. Больше мне показать их некому здесь. Вот. А те, кто случайно зашли, подписывайтесь. Спасибо вам большое за внимание. Мне очень приятно с вами. Пока-пока, мои дорогие.